In the office. Here we are. Вас приветствует на нашей территории, на прекрасной территории красоты компании Дейлан. Действительно, сегодня очень хороший день, и у нас очень хорошие новости в этот день. Мы с гордостью представляем новинку в нашей любимой серии по уходу за кожей лица ИЮ. Наверное, замена или как бы так позволяет отложить вмешательство хирургически. Это наша линейка Clinical, ИЮ Clinical. Мы запустили крем и сыворотку Reversalist и крем революционная молекула 33. Наверное, вы сами представляете, я директор этой компании в этом регионе. Я могу хвалить свой продукт очень долго и рассказывать, что он хороший. Я врач-дерматолог, по совместительству эксперт по уходу за кожей компании Avon. И сегодня мне хотелось несколько слов вам сказать о новом корректоре от морщин, что он из себя представляет на... Спасибо большое. Что он из себя представляет как косметический продукт, как им пользоваться, для кого он предназначен и, собственно говоря, за счет каких компонентов он работает и насколько, в общем-то, справедливо можно было говорить о слове «революция». Хотя это слово, в общем, достаточно агрессивное, тем не менее, его здесь актуально можно использовать, потому что ИЮ в какой-то степени дала возможность многим женщинам, если не избежать пластических рук, пластического хирурга или инъекционных методик, а действительно на время отложить, а иначе отложить совсем. Потому что при помощи топического воздействия, теми препаратами, которые ИЮ выпускают уже в течение 20 лет, когда пользуясь кремом, нарушают сам смысл подбора как ключ к замку косметического. Фиксируют изменения, как правило, говорят о 7-11 неделях изменения реальной кожи. Как вообще появилась идея использовать, и вообще, что исторически как возникло так, что молекула F33 вдруг всплыла из недр биохимии? Первые использования молекулы F33 как раз вот в недрах компании Neostrata шли в лечении, в попытках корректировать внешние проявления такого дерматологического заболевания, которое называется ламеллярный ихтиоз. В дерматологии, к сожалению, используемы только в дерматологических целях коррекции именно внешних проявлений ламеллярного ихтиоза. Любопытные ученые обратили внимание, что эта молекула параллельно нормализации кожного статуса пациента вызывает еще и коррекцию мелких и крупных морщин. И чем больше мы пользуемся, чем дольше мы пользуемся на пациентах этим средством, тем больше мы видим этот эффект разглаживания кожи с точки зрения именно эволютивных изменений. Ну и, в общем-то, скажем так, вдохновленный вот такой вот продукта. В чем же смысл, вернее, как работает, скажем так, молекула АФ-33? Правильное название молекулы АФ-33, если вам захочется, как говорится, перед современным языком погуглить, что это такое, почитать вообще международную литературу по этому поводу, это ацетилтиразин-1. Это производная тиразина аминокислоты, которая является, ну, скажем так, правильно было бы сказать, стимулятором работы специфического, поскольку коллаген – это самый, наверное, важный белок в нашей коже. Он занимает 35% от всех белков, которые есть в нашем организме. И поэтому коллаген так значит, так велик. Но вот для того, чтобы, наверное, привести какой-то такой более человеческий сравнение, если до мультяшного уровня навести, чтобы было понятно. Сначала вырабатывается проколлаген. Это белковые, крупные, длинные полипептидные цепи, которые сначала штабилируются рядом друг с другом. Очень похоже, пардон за сравнение, на плетение веника. Вообще, кто-нибудь веник в жизни нашей современной видел? Сначала штабилируется рядом плетение.